Всем привет! Приветствуем меня и Максима. Я еще хотел сразу представить. Максим Егоров, один из сооснователей, тоже вместе с ним начинали с первого забега с ним, так что вот мой коллега. Давайте сразу коротко о себе расскажу. Я бывший спортсмен, занимался легкой атлетикой с 91 года. Сейчас мне 30 лет. Значит, был в сборной Ставропольского края, бегал 800, 1,5, 3 и пятерочки несколько раз. Вот. Есть два ребенка, два сына маленьких. Вот, главное достижение, наверное, вот как раз-таки, о чем сегодня пойдет речь, это паркран. То есть не мои успехи там, в спорте, скорости, регалии и прочее, а вот именно о паркран. Я по профессии бухгалтер, вот, не профессиональный спортсмен, вот, но люблю бегать, как и, наверное, многие здесь присутствующие. Максим тоже не спортсмен, любит бегать и занимается паркраном. Вот, Максим, наверное, пару слов о себе сейчас скажет. Да, здравствуйте, я Максим Егоров, мне 35 лет. Я начал заниматься паркраном 2 года, и я паркраник. В общем, я, в принципе, работаю в телекоммуникационной компании, в Билайне. Вот, принадлежу, скажем так, из той категории бегунов, которая, в принципе, наверное, больше половины у нас на паркране. Это именно непрофессиональные бегуны, которые просто получают кайф от бега, от общения, приходят на паркран для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы встретиться с друзьями, попить чай после забега. Вот, ну, в принципе, ощутить этот дух паркрана и зарядиться положительными эмоциями на всю следующую неделю. Так, а поднимите руки, кто не бегал паркран? Половина, даже чуть-чуть больше получается. А та часть, которая руки не подняла, просто я смотрю, больше из них это одни из организаторов паркран, которые занимаются на местах, то есть в парках, занимаются руководством, организацией, проведением забегов. Вот, можете руки поднять, да-да, поднимайте, не стесняйтесь, чтобы вас видели и знали в лицо. То есть эти люди ответственны за все косяки у нас в парках. Так, что у нас? Начнем. Сегодня будет такой в виде презентации у нас разговор, будут слайды, и мы будем комментировать, тем самым расскажем, в принципе, о паркране полностью, а дальше перейдем на вопросы, ответы и какие еще рассказы интересные. Вот, что такое паркран, в принципе? Это еженедельные забеги на 5 километров в субботу в 9 утра. Вот. Многих это пугает, это время пугает, вот. Но придя один раз на паркран, не понимаешь, что самое оптимальное, удобное время, когда можно проснуться, пробежать пятерку в виде там, контрольной тренировки, разминки, просто прийти поволонтерить, как вот у нас девочка Дарья делает часто очень. Пообщаться с друзьями, познакомиться с кем-либо. Вот. В принципе, это вот основное, что такое паркран. Организуется у нас все на основе волонтерства. То есть у нас некоммерческая организация, занимающаяся развитием именно движения паркран. Все работают бесплатно, за еду некоторые, вот, за горячий чай, за улыбки, в принципе, за эмоции, за комментарии позитивные. Я, наверное, не слышал ни одного плохого отзыва о паркран. Нигде, в принципе, ни в соцсетях, ни лично не выслушал. Поэтому я этим очень горжусь. Надеюсь, это не скрывает от меня, скажем так. Вот. Что еще паркран? Паркран — это 5 километров. Почему именно 5 километров? 5 километров, наверное, самая доступная дистанция для всех абсолютно. То есть как и для профессионалов, так и для начинающих. Как и молодых людей, у нас дети бегают там, от 5 лет, которые, они уже бегают 5 километров с родителями, с дедушками, бабушками. И пожилые люди, там, вплоть до 70 лет, 40 какого года у нас есть? 68 лет человеку, бегает паркран, он бегает и марафоны, и ультрамарафоны, пишет стихи о беге. Замечательный человек. Не спеша, но он делает зарядки, скажем так, с утра. Валерий как раз пробежал на прошлом, по-моему, паркране, 150-й паркран в России. Вот, про что такое 50 раз паркран и 100, мы расскажем немножко попозже. Да. Есть у нас категория отдельных людей, которые много бегают паркраны. Вот, что еще можно сказать о паркране? Паркран, наверное, тут надо добавить, что паркран открытый для всех. Все люди, в принципе, приветствуются, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола, от физической подготовки. Мы ждем всех, и, в принципе, не важно, за сколько вы бежите 5 километров, сколько раз вы останавливаетесь, сколько раз переходите на шаг, мы все ждем, на финише ждут всех, и последним, кто финиширует последним, достается как раз больше всего положительных эмоций и аплодисментов и так далее. В общем, движение именно направлено не на соревнования, а именно на дружеские какие-то забеги, на общение. Цели наши, принципы паркран заключаются в следующем. Предоставить возможность участвовать людям в забегах, в принципе, в каких-то массовых спортивных мероприятиях, не отходя от дома, скажем так. Прийти в свой ближайший парк. Вот. В данный момент могу сказать, что в Москве пока 7 забегов, но только пока. Одновременно каждую субботу стартует. Вот. 7. В принципе, это немало, это за год нашей деятельности. В Москве 7, в Питере 2, 1 Рязань, 1 город Ставрополь и в Казани у нас. Вот. Ну, да, обязательно расскажем. Это у нас как раз будет дальше и по планам, по развитию, по того, чего мы достигли. Достигли на данный момент, да. Но тут еще важно сказать, то, что паркран организуется бегунами для бегунов. То есть это те люди, которые бегут сегодня пятерку, они через неделю приходят и помогают нам, стоят на секундомере, помогают нам на трассе. Вот. И, в принципе, наверное, хочешь делать что-то хорошо, сделай это сам, для себя. И поэтому те люди, которые бегуны, бегают у нас регулярно и помогают нам регулярно, делают это хорошо, потому что они знают, что такое, как важно, скажем так, дать 5 пробегающему мимо человеку, как это заряжает энергией, как важно правильно нажимать на секундомер, чтобы результаты сохранились, чтобы каждый получил время свое долгожданное в почту, вот, как важно правильно отсканировать карточки и так далее. В общем, люди, которые приходят нам помогать, они знают, что они делают это для себя, для своих друзей, для своих соседей, поэтому делают это хорошо. Мне кажется, это, наверное, самое главное, мотивация, и ничто так не мотивирует людей, когда люди хотят сделать что-то хорошо, что-то полезное. Да, вот здесь два представителя, я вижу, которые начали бегать паркран, и в данный момент дальше, вот на первый раз, в принципе, насколько я понял, был первый паркран в парке Мещерском, мы бежали, общались, спросил, когда ты начала бегать, она говорит, там, сегодня. На паркране, как раз на открытие паркрана. Вот. В данный момент постоянно приходит, помогает, волонтерит, там, все делает. Алишер начал бегать на паркране, стал директором паркран Горького, скажем так. У нас есть такие должности добровольческие. Вот. И подсадил на это свою маму. Она бегает очень красиво паркран в красивой экипировке. Бегать или организовывать? Бегать и помогать, организовывать, пока Алишер спит, бывает дома. Мама замещает его. Ну, наверное, я здесь немножко расскажу о нашей истории, с чего все началось. Началось это более чем 10 лет назад в Лондоне, в пригороде Лондона, в парке Буши. Пол Синтон-Хьюитт получил травму, колено, насколько я знаю. И у него не было возможности бегать свои привычные там, 5 километров, насколько он бегал. Вот. И он тогда решил организовать что-то хорошее для людей, для своих соседей, для своих друзей. И у него, как он говорил, вынашивал давно эту идею, но так как он получил, соответственно, травму, ему не нужно было бегать, тренировки свои. И он организовал свой первый забег, паркран в парке Буши. Пришло тогда 13 его друзей, 13 его соседей. Вот. И тогда, естественно, не было ни сканеров, ни карточек, ничего, тогда просто как-то записали на эту бумажку. Вот. Но Полу понравилось, он получил позитивные отклики и начал проводить эти забеги еженедельно. Вот. И до 2007 года был единственный парк Буш, где проводился паркран, вот. И на него ходили в основном соседи. Вот, но в 2007 году к паркрану Буш, в парке Буш присоединился паркран в парке Уимблдон, и паркран начал свой, скажем так, свой рост в 2007 году. Вот, в 2009 году уже паркран получает статус международного проекта, к нему присоединяется Дания. Вот, ну а дальше все пошло и поехало, и паркран зашагал семимильными шагами по всему миру. В 2011 году присоединяется Австралия, Южная Африка, Польша. А Австралия сейчас является, наверное, второй по численности страной паркрана. Первая, конечно, это Великобритания. Вот. А в 2012 присоединяются США, Ирландия, Новая Зеландия. Также был забег в Исландии, который, к сожалению, сейчас не проводится. Вот. Ну а в 2014 году присоединились мы, Россия. Вот, в принципе, вы можете посмотреть, как выглядел первый забег. Это вот уникальные кадры из того самого забега в 2004 году. Вот, и чуть попозже покажу, как выглядит парк Буш сейчас, в настоящее время. Ну, немножко статистики. Как видите, по этому графику рост довольно-таки стремительный. И в последнее время нам присоединяется все больше и больше парков. В настоящее время еженедельно проводится около 600 забегов по всему миру. Участвует порядка 100 тысяч человек каждую неделю. И вот тут видите пики, это рождественские паркраны. В принципе, до больше 700 паркранов одновременно. Ну, как бы был такой установленный рекорд в прошлом году. Это, в принципе, глобальная статистика. И вот, как я обещал, как выглядит парк Буши сейчас. Вот. К сожалению, я не присутствовал в парке Буши на старте, но у меня был шанс пробежаться там в воскресенье вместе с Полом. Вот. Я видел вытоптанные дорожки бегунами. Вот. И можете себе представить, что такое количество народу в парке, все приезжают на машинах, и какие неудобства доставляет это местному населению. Ну, как-то пытаются бегунов направлять в другие парки, но именно в парке Буши больше всего народу приходит, и это, скажем так, легендарный парк. Вот, и попасть туда, в принципе, считается большой честью. Так что, если собираетесь ехать в Лондон, знайте, что есть Буши парк, в котором надо обязательно пробежаться в субботнее утро 5 километров. Давай, Семен, рассказывай, как все началось у нас здесь. Да, вот вы видите фотографию с нашего первого забега, который мы внезапно стихийно организовали. А началось с того, что был апрель месяц, я сидел, работал над отчетностью бухгалтерской в фирме своей, где раньше работал. Вот. И периодически пролистывал сразу спортивные сайты, где там зарегистрированы соцсети, ну, прочие там ресурсы. И в том числе New Runner сайт, вот, на котором появилась статья о том, ты рассказывал про Сашу Боярского, не совсем верно, был Влад Небольсин, наш московский человек, живущий в Лондоне. Вот, соответственно, он написал статью о том, как круто было утром прийти на спортивное мероприятие, но не бегать, а организовать. Вот он был волонтером. Ему очень понравилось сама эта идея, в принципе, и он решил поделиться с российской аудиторией, что такое, в принципе, паркран, именно изнутри, как волонтером был, не помню, какую позицию помогал. Вот. Ну и обрисовал, в принципе, что такое паркран, вот, и как это делается изнутри. К статье посыпалось очень-очень много комментариев о том, что было бы круто вот у нас, такого не хватает, собираться, встречаться, бегать, там, тренировки, соревнования, разминки темповые, там, не знаю, кто как бегает, вот. Ну, как правило, у нас часто бывает в России то, что все хотят бегать, если кто-то что-то сделает, организует, тогда с удовольствием начнут бегать. На тот момент у меня давно уже были мысли что-то организовать, но я не понимал, чего я хочу, в принципе, именно по спорту делать. Вот сам я тренировался для себя, скажем так, возобновил тренировки. Был долгий перерыв у меня. Вот. И мечтал что-то сделать, не понимал чего. Но вот статья прям мне как-то вот в голову засела. И с товарищем Ваня Никеев, многие, наверное, знают здесь, тренер в Nike. Мы с ним давно общаемся, дружим. Недолго думая, мы созвонились, давай проведем у нас такое же. Почему нет? Ну, ровно через 2 недели, 20 апреля, мы провели первый забег по друзьям. Мы в комментариях оставили то, что мы создали почтовый ящик, скидываем туда заявки, кто хочет пробежаться. Вот. И ровно через 2 недели мы пробежали первый, скажем так, паркран в нашем понимании тогда. Вот. Пришло 18 бегунов, вот. Многие из которых сейчас здесь присутствуют. Не многие, а некоторые присутствуют здесь. Вот. Саша не прячется с Фины. Вот, скажем так, это сплотило основную часть организаторов, которые в данный момент занимаются у нас организацией и, в принципе, многое делают, потому что организовать паркран — это не только там прийти, встретиться, пробежаться, еще очень много работы и технической, и разное очень, очень разное, организационно, да, приходится общаться с властями. Часто, постоянно, чтобы договориться об официальном проведении мероприятия. Вот. Мы написали Полу с просьбой о том, что давайте организуем паркран в России. Несколько писем написали, получили ответ. Да, молодцы парни, круто, но Россия далеко, холодно, медведи, мы не планируем проводить паркраны. И до свидания. Ну ладно, вы не планируете, мы сами будем проводить. И каждую неделю стали собираться. Максим, так сложилось, что он попал как раз на паркран в Англии. Ну, давай я сам расскажу. Да. Вот. По счастливой случайности, сразу после вот этого мероприятия, первого паркового забега, у меня была запланирована командировка в Лондон. И, естественно, я спланировал так, чтобы у меня был шанс пробежать паркран, свой первый паркран. Вот. Когда я, в принципе, не было возможности почитать историю паркрана, я выбрал ближайший для меня, от моей гостиницы, паркран. Вот. Это был не бывший парк, это был паркран, не помню даже название, но неважно. Мне больше всего понравилось, что там он был рядом с тюрьмой. Придя на свой первый паркран, я, в принципе, занимался, так сказать, промышленным шпионажем. Вот. И, конечно же, во все глаза смотрел, как они организуют, забег, что у них, что за карточки, как они проводят, соответственно, замер результатов, как измечают трассу, как проводят брифинги и так далее. Естественно, приехав домой, мы собрались в кафе с ребятами, тогда организаторами, и я, конечно, им все это рассказал, я сказал: ребята, мы сегодня делаем неправильно, карточки, экселевская таблица, все не так, нужно делать все по-другому. Мы тогда решили, что несмотря на то, что он нам тогда отказал, мы будем сами делать свой паркран, вот, и, соответственно, сделали свою систему регистрации, заработали систему QR-кодов. В принципе, то же самое, только немножко по-другому. Вот, что-то лучше было, что-то было хуже. Но в любом случае это работало. Вот, и в июле, по-моему, 2013 года мы продолжили общение с Полом. И постоянно его рассказывали ему о наших успехах, сколько мы там парков попробовали и так далее, сколько у нас уже аудитории. В конце концов, Пол приехал к нам в Москву сюда, и мы провели забег в парке Кузьминки, который сейчас у нас в процессе разработки, скажем так. И Пол тогда изменил свою точку зрения и сказал: окей, паркрану в России быть. И тогда мы начали, скажем так, активно интегрироваться в мировое движение паркрана. Да, хочу дополнить, опять же, как Пол приехал в Россию и все-таки поменял свое мнение, решение. Опять же, повлиял Влад Небольсин, который написал статью. Он показал Полу видео о том, как проходит паркран в России в данный момент, что уже, то есть там был у нас 20 апреля стартовали, май, июнь, то есть 2 месяца спустя он показал, что за 2 месяца парни сделали, что, в принципе, Полу не нужно ничего делать, уже все готово, просто там дать базу, дать сайт, то есть и имя Parkrun. Да, Пол, кстати, нам запретил использовать название Parkrun, когда мы регулярно бегали, писали в соцсетях везде, но мы перевели это на парковые забеги, и все, нам запреты все нипочем, да, в принципе. То же самое, но только по-русски. Вот. Я хочу еще здесь добавить то, что когда я общался с Полом, Пол сказал мне, что приехав в Россию, пробежав вместе с нами парковый забег с нашим QR-кодом и так далее, он понял, что бегун, он и в Африке бегун, и в России бегун. В принципе, люди, которые приходят на паркран, на парковый забег, они абсолютно одинаковые. Та же самая атмосфера, дружеская атмосфера, та же самая, люди делятся впечатлением, делятся водой, делятся какими-то печенюшками и так далее. И он понял, что, в принципе, есть потенциал в России, и сказал, что окей, ребята, да, я вижу, что вы действительно понимаете саму идею паркран, и я понимаю, что я даю паркран в надежные руки. Вот. И с тех пор мы начали развитие в России, соответственно, где-то у нас заняло примерно полгода, даже больше, чем полгода, перевод сайта, перевод нашей базы бегунов на базу Великобритании. Вот. И 1 марта 2014 года, в прошлом году, мы запустили свой первый паркран сразу в 2 парках, в Коломенском и Северное Тушино. И, в принципе, были первой страной, которая стартовала сразу с 1000, скажем так, зарегистрированных пользователей и более чем 1000 зарегистрированных пользователей и сразу в 2 парках. Ну, в принципе, немножко такая вот картинка нашей истории вот с голубеньким цветом. Это вот статистика по парковым забегам, это количество людей, которые приходили к нам, и вот эти вот полосочки, это количество парков, которые одновременно стартовали паркран в субботу. Сейчас, как вы видите, зима закончилась, и народ активно вернулся в парки. Статистика довольно-таки свежая. 23 марта, в принципе, 2 дня назад, я составил этот график, и видно, что мы за последние 2 паркрана дважды, скажем так, обновили свой рекорд посещаемости. И в последнюю субботу у нас было 377, по-моему, бегунов, которые участвовали. Сколько, Саш? 374. 374, прошу прощения. Но я хочу сказать, 374 бегунов и плюс еще куча волонтеров. Ну, понятно, в принципе, больше 400 человек участвовало. Ну, я надеюсь, что мы продолжим рост. Я надеюсь, что вы все присоединитесь к нам и прибежите в свой паркран где-нибудь в ближайшем парке и, надеюсь, в ближайшую субботу. Немножко кухни, как проходят у нас забеги. Вот, здесь Семен, расскажешь или не расскажете? Давайте расскажу. Соответственно, главный человек у нас на забеге – это директор забега. Несмотря на такое, скажем так, громкое название, директор забега, в принципе, просто человек, который отвечает за всю организацию. Директор не получает у нас денег. Это просто главный волонтер, который ответственен за всю организацию парка. Вот. Директор приходит с утра, раньше всех, в парк, встречает волонтеров, дает ценные указания, рассказывает, как пользоваться секундомером, сканером, размечает трассу, ставит в нужных местах людей, которые показывают направление бегущим маршем. Вот. И, соответственно, уже к 9 часам, уже приходит, даже к 15 дней, приходит на старт и встречает бегунов. Вот. Те, кто приходит на старт первый раз, получают инструктаж от директора забега, рассказывают, новичкам рассказывают, обязательно рассказывают, что такое паркран, что нужно делать. Вот. В принципе, правила довольно-таки простые, вот. И проблем никогда не возникало. В принципе, все понимали, что, зачем и куда. Вот. И в 9 часов обычно у нас старт, стараемся не задерживаться, стараемся в 9 часов уже стартовать, чтобы люди, те, которые бегут на результат после разминки, не успели замерзнуть. У нас обычно на старте 2 секундомера, специально обученный человек, только что обученный человек нажимает на кнопочку старта, Вот, все убегают, и у нас есть примерно 17, 18, 20 минут до того, как прибежит первый финиширующий. Вот, соответственно, первый финиширующий, когда пересекает финишную черту, секундомер его отсекает позицию его, соответственно, записывает базу данных время бегуна, и дальше бегун пробегает, и ему вручают карточку позиции. В принципе, карточка позиции представляет себя штрих-код с зашифрованным номером. Первый человек получает карточку под номером 1, второй карточку под номером 2 и так далее. Вот. И, соответственно, все прибегают, финишируют, все друг друга подбадривают, начинают потом пить чай. У нас очень, скажем так, в отличие от Англии, где люди после паркрана обычно идут в какое-то кафе, общаются в каком-то кафе, у нас такое не принято, все приносят с собой чай в термосах зимой или воду и летом. Соответственно, все после финиша друг друга подбадривают, пьют чай, общаются, и никто не хочет расходиться. И даже зимой очень сложно волонтерам, которые не бегают, вот, поэтому замерзли. Очень сложно им разогнать эту толпу бегунов, которые после программы общаются и не хотят никак уходить домой. Вот, после, скажем так, операционного чаепития директор забега приходит домой, у него есть два прибора, секундомер и сканер. Он подключает к компьютеру и при помощи нашей программы, которая написана англичанами, заливают результаты на сайт, и обычно в тот же день все бегуны, которые финишировали, получают свой результат на почту. В принципе, очень удобно. И, естественно, волонтеры, те, которые помогают нам на старте, тоже получают благодарственное письмо о том, что спасибо большое, приходите и волонтерите еще. Ну, в принципе, если есть вопросы, может быть, здесь вопросы будут какие-то, если что-то непонятно, как проводятся забеги, либо спрашивайте сейчас, либо у нас есть практикующие ивент-директора здесь, которым можно задать вопросы, и они расскажут об этом лучше, чем я. Сразу могу добавить, когда человек регистрируется на сайте, получает штрих-код лично персональный, который нужно распечатывать, приносить с собой на бумажке. В телефоне штрих-код не сканируется. Вот. С этим штрих-кодом можно участвовать в любом паркране. Как в России, так и за рубежом, в любом абсолютно, там, из 600-700 забегов. А регистрация нужна всего один раз. Первоначально регистрируешься, получаешь штрих-код, и все. Каждую субботу, либо там как угодно, приходишь и участвуешь. На финише показываешь штрих-код, после финиша точнее, и его сканируют. Вот, тем самым фиксируешься на сайте. Статистика идется полная, как внутри парка, как внутри России, так и по всем странам. Можешь посмотреть, кто еще пробежал там быстрее тебя, либо слабее, посмотреть возрастную группу, посмотреть по женщинам, посмотреть лучшие рекорды. То есть статистика огромная, обширная. Можно лазить целый час. Вот. И также на каждом мини-сайте, у нас у каждого забега есть свой мини-сайт. В нижней части сайта есть общая статистика, ведется, сколько пробежало бегунов сегодня, сколько всего, сколько километров, тысяч пробежало там, с начала действия паркрана. Много-много интересной, полезной информации. Да, вопрос. Он все время присылает какие-то баллы. Что это такое? Вот. Хороший вопрос. За участие в забеге паркран все получают баллы, как бегуны, так и волонтеры. Что делать с этими баллами? Смотрите, каждый получает за пробежку, получает баллы в зависимости от своего места. То есть, если ты финишировал первый среди мужчин, то ты получаешь 100 баллов. Финишировал второй, 99 баллов. А для женщин, соответственно, свои баллы. Но они тоже получают максимум 100 и так далее по неспадающим. Вот. За волонтерство у нас также присуждаются баллы. Каждое волонтерство – это 100 баллов, вне зависимости от того, чем ты занимался на этом волонтерстве. Если ты бежишь и волонтеришь, то ты получаешь баллы волонтерские, то есть максимум 100 баллов, но за год можно получить максимум 300 баллов за волонтерство. То есть 3 раза волонтерить, дальше волонтеришь уже без учета баллов. Эти баллы, они начинают складываться, и в течение года ведется небольшое, так скажем, соревнование между бегунами и волонтерами. Вот. И по итогам года есть статистика, и, соответственно, те люди, кто набрал большее количество баллов, получают от ивент-директора маленький сюрприз. Вот. Ну, допустим, ребята в Тушино... Готовы. Ребята в Тушино купили, притом у них, соответственно, год мы уже существует, соответственно, год статистика собралась, и был выбран победителем, и победителем была пара, семейная пара, которая познакомилась у нас на паркране, и они получили, соответственно, от ивент-директоров по небольшому подарку. Это были тормоза, какие-то крутые там, беговые. Вот. Ну, к сожалению, это, скажем так, это только... У нас нет спонсоров, которые финансируют данную систему. Вот, это возможность для спонсоров потенциальных, но пока у нас нет спонсоров, которые финансируют это. Соответственно, ивент-директор может на свой, скажем так, на свое усмотрение что-то приятное сделать своим постоянным бегунам, которые участвуют и помогают волонтерам. А еще такой лайфхак хочу рассказать немножко. Когда вы регистрируетесь, вы получаете, переходите на страницу для печати своего штрих-кода. А там 6 штрих-кодов, они абсолютно одинаковые, то есть 6 карточек. Для чего это сделано? На самом деле это не просто так. Вы можете распечатать все 6, ну, соответственно, если распечатаете, 6 получаете. Вырезаете, один кладете в кроссовок, другой кладете в бумажник, третий кладете в машину, четвертый кладете еще куда-нибудь. Сделано для того, чтобы вы не забывали штрих-коды и всегда имели свой штрих-код где-то рядом, под рукой. И просто у нас есть правило, для штрих-кода нет результата, и люди, которые забывают свой штрих-код, к сожалению, не получают потом заветное письмо с результатом. Вот. Так что... Есть такое. В графе у нас будет, да, в результатах неизвестный бегун будет. Соответственно, кто без штрих-кода, тот неизвестен никому. Здесь вот пару слов хочу рассказать о волонтерах, да, те люди, без которых паркран бы не смог существовать. Самый главный волонтер – это, конечно, директор забега, это тот, который каждую неделю приходит и ответственен за то, что проходит паркран. Это на самом деле очень большая работа, и здесь присутствуют директора из Митина, из Коломенского, из парка Горького. Вот эти вот люди, еще раз большое спасибо за их труд. Вот. И им помогают каждый раз разные люди, но без, скажем так, секундомера невозможен учет результата. Поэтому секундомер, запасной секундомер, желательно, чтобы это было 2 человека разных, чтобы можно было разделить, скажем так, секундомер, а не из двух рук пытаться засекать время. Также помогает им сканер, это тот человек, который потом сканирует штрих-код и карточку позиции. Потом карточку позиции, я хочу вам сказать, нужно обязательно возвращать, даже если вы не взяли с собой штрих-код, нужно его возвращать обязательно либо человеку, который сканирует, либо ивент-директору. Если вы вдруг, придя домой, обнаружили карточку позиции у себя где-то там в кроссовке, обязательно придите на следующий паркран, верните, потому что это, у нас их ограниченное количество, и... Без них мы не можем проводить забеги. Потеряв одну карточку, нам приходится заказывать целый набор новых, потому что одну карточку для нас никто не делает. Вот. Также есть обычно девочки, у нас выступают в данной роли, раздают карточки позиции. Вот. Это тоже очень ответственная роль, потому что нужно обязательно вручить карточку правильному бегуну и правильную карточку, правильной последовательности. Вот, обычно бегуны после финиша ничего не видят, ничего не слышат, бегут дальше. Вот, и обычно их догоняют и пытаются вручить им эту карточку. Вот, так что, со временем, на самом деле даже со временем это не приходит. Вот я сколько раз бегал уже паркраны, сколько раз уже пролетал раздаточка карточек позиций. Вот, но мы стараемся, соответственно, это каким-то образом... Потому что она еще такая маленькая. Да, она еще маленькая. Вот. Но, допустим, если в Англии у них есть финишный коридор, они натягивают такие ленточки, и если много человек участвует, то раздают карточки позиции сразу 2 человека. Потом они по 10 карточек берут в руки и начинают выдавать. 1, 2, 3, 4 закончились, 2 начал, 5, 6, 7, 8 и так далее. Но пока нам этого не грозит, в принципе, один раздатчик у нас пока справляется. Вот. Также на трассе ждут бегунов маршалов. Несмотря на страшное такое название громкое, это люди, которые просто показывают дорогу. Вот. Тоже очень ответственно, потому что бегуны, когда бегут до максимума своих возможностей, не замечают разметку, и иногда в хитрых местах пытаются убежать с трассы. Вот задача маршала, соответственно, правильно направить бегунов в нужное направление. Допустим, вот в Митино у нас есть маршал, который не только показывает дорогу, но еще у него более сложные задачи. Ему нужно с одной стороны бегунов направить в одну сторону, а если бегун бежит с другой стороны, то его нужно направить в другую сторону. Вот. Просто фишками там не обойдется. Нужен человек, который будет, соответственно, уже интеллектуально направлять бегунов в правильное направление. Вот, помимо этого, конечно, всегда мы приветствуем фотографов. Бегуны наши очень любят, ну все, наверное, мы любим смотреть на себя любимых в социальных сетях, комментировать, шарить и так далее. Вот. Фотографы всегда welcome у нас, и даже есть специальная должность, им тоже начисляются баллы, и хороший фотограф на вес золота. Если сомневаетесь или в плане тренировок нету, скажем так, контрольной тренировки в субботу, приходите с фотоаппаратом, всегда рада. И, соответственно, куча других, на самом деле, должностей, которые, вот это вот 4-5 позиций, это те люди, без которых мы не можем проводить забеги, поэтому это тот абсолютный минимум, что нам нужно для того, чтобы провести забег. Поэтому 5 человек как минимум нужен на каждый забег, и мы всегда просим наших бегунов, если сегодня нет в планах, пожалуйста, придите, нет в планах бежать, приходите хотя бы поволонтерить, это всегда полезно. И, в принципе, как я уже говорил, есть много разных должностей, такие как фотограф, ведущий велосипед, замыкающий, пейсер, сортировщик карточек позиций и так далее. Всем найдется работа, и всем мы рады, и чем больше народу помогает, тем веселее и проще. Так что приходите, присоединяйтесь, не только бегать, но и организовывать забеги. А дальше, в принципе, что нужно для того, чтобы поучаствовать в наших забегах? Все довольно-таки просто. Нужно один раз зарегистрироваться, как Семен сказал, распечатать штрих-код, прийти на программу и не проспать следующую субботу. Регистрация у нас ведется на сайте parkrun.ru, register. В принципе, QR-код есть. Ну, я думаю, что не проблема найти данную ссылку на нашем веб-сайте. Немножко о наших планах на этот год. Соответственно, в январе мы запустили Сосновку в Питере. В марте, совсем недавно, в прошлые выходные, запустили паркран в Зеленограде. В апреле планируется старт паркрана в Казани. Дальше в мае у нас планируется старт паркрана в Тимирязевском парке. И в июне запланированы еще 2 парка в Челябинске и Царицыно в Московском парке. Вот. Ну, надеюсь, в июне, к июню успели. Дальше, в принципе, работа идет по многим разным направлениям, с разными парками, но конкретных планов запуска нету, но к концу этого года, я думаю, мы выйдем на 20 паркранов по России. Как я обещал, карта, соответственно, где наши проходят забеги сейчас и где планируется. Как мы уже говорили, Северная Тушина и Коломенская. Это 2 старейших паркрана, Коломенского, извиняюсь, 2 старейших паркрана, где стартовал, где родился паркран московский. Вот. Парк Горького очень популярный. Митино, вот ребята из Митина здесь. Измайлова, паркран Мещерский. Вот. В принципе, наверное, назвал все. Все зеленые, да, это действующие. Где уже работает паркран. И Зеленоград, здесь нет его. Ну, Зеленоград не вместился. Соответственно, планируется Тимирязевский и очень серьезно ребята настроены из Крылатского. Вот, но пока там мы прорабатываем трассу, пытаемся каким-то образом разойтись с велосипедистами, вот, чтобы не мешаться им на кольце и в то же время используя все возможности данного замечательного парка. Ну и Царицыно тоже, вокруг Царицынских прудов, замечательная живописная трасса, уже проложено, в настоящий момент очень активно работаем в этом направлении. От чего зависит, какой момент запускается? Зависит, на самом деле, как появляется новый паркран. Все в руках бегунов конкретного района парка, там, где кто-то либо захочет проводить паркран, в принципе, организовать. А, как мы уже говорили, организовывается бегунами для бегунов. То есть мы ждем инициативных групп, которые изъявляют желание проводить, организовывать, ну, вести, в принципе, паркран на месте. Вот. Мы откликаемся, запросов приходит сейчас очень много. Сразу мы не кидаемся открывать там по первому запросу, а ведем и беседы, и переговоры, и дальше как мы понимаем, что группа понимает, что такое паркран, в принципе, что точно им нужен паркран, мы начинаем действовать уже в активной фазе, ведем также переговоры с администрацией, делаем новый сайт, формируем базы. Вот Максим, Саша у нас как раз занимается открытие новым, развитие, в принципе, паркрана вот, как таковое. Ну, самое главное, это, соответственно, найти человека, который будет этот процесс проверить. То есть, как говорил, это ключевые люди, это ивент-директор. Инициативная группа, как минимум, да. 2 человека должно быть. Ну, чтобы заменять друг друга. Не потянуть такой проект. Обычно 2-3 человека мы ждем, чтобы вышли на нас и активно прошли все вот эти вот фазы, которые, в принципе, не так много, но, к сожалению, как показывает практика, из 5 запросов паркран потом рождается только из одного. Ну, кто-то отваливается в какой-то момент, когда понимает, что его бизнес-планы не совпадают с интересом движения паркран. Вот, кто-то отваливается, понимает, что ему неинтересно каждую субботу проводить забеги, ему интересно, не знаю, каждое воскресенье проводить забеги. Вот. А у кого-то не хватает просто запала, скажем так, довести дело до конца. Вот. Но тех, кто все-таки доводит дело до конца, они получают свой паркран, знакомятся дальше с людьми, с которыми раньше виделись в парке, но никогда даже не разговаривали. Потом формируется, скажем так, костяк парка, люди знакомятся, общаются, передают друг другу опыт, дружат с семьями, образуют беговые клубы, ходят на соревнования вместе, ездят на выезды и так далее. В общем, я думаю, что выхлоп, который получает ивент-директор после того, как запускает свой паркран, он на самом деле стоит тех небольших усилий для того, чтобы пройти, скажем так, вот это вот и сделать свой паркран рядом с домом, сделать что-то полезное не только для себя и своего бизнеса, но и сделать полезное для людей, которые живут рядом, с соседями и просто даже незнакомым людям, которые приезжают на паркран откуда-то издалека. Здесь, в принципе, наша родина показана белым. Соответственно, там эти указанные парки, города, где у нас уже есть паркраны. Зеленым – это вот запросы из регионов, там, где активно ребята проявляют интерес к нашему движению. Ну, а серым – это вот те вот как раз люди, которые написали и по каким-то причинам отказались от своей идеи, либо раздумывают до сих пор. Вот. И есть у нас, допустим, Самара красным, здесь указано. К сожалению, Самара, несмотря на то, что довольно-таки активная команда там собралась, там неактивная администрация. Вот. Мы написали заявки в 2 различных парка и получили ответ примерно такого содержания, что вы, конечно, молодцы, ребята, развиваете спорт и все такое. Но, знаете, у нас тут серьезная организация, парки, они предназначены для отдыха, понимаете, вы спортсмены бегаете на стадионе и не смущайте своим спортивным видом мамаш беременных и распевающих пиво. Так что, ребята... Да, с Самарой мы вели целый год переписку, переговоры, согласования, прошли по всем кругам и инстанциям, какие только возможно, замкнулись к тому, чего начинали. Вот, да, и получили официальное письмо: занимайтесь спортом в отведенных для этого специализированных местах. Писали, везде на самом деле писали, но Пока это дело... Ну, на самом деле, команда, которая вот изъявила желание организовать, до сих пор не умеется, до сих пор ходит заново, повторно сейчас делали новые заявки, новые презентации и прочее-прочее, статистику, вот, соответственно. Если у кого-то есть возможность, кто-то как-то из какого-то города, из Самары, там, всегда примем помощь там, по согласованию, либо еще что-то. Вот. А проводить можно программу только... месте, которое имеет официальный парком, является или нет? В любом месте, где можно бегать. Ну, мы не проводим там на дорогах, на проезжих частях, чтобы не пересекалось. То есть, ну, в безопасных местах. Это может быть, я не знаю. Ну, у нас просто, видимо, только парки для этого предназначены. Набережная, да. Вот как раз Самара мы начинали с согласования набережной. Вот нам был отказ самый первый. Удивительно, что у них, оказывается, каждую субботу там проходят очень большие значимые мероприятия круглый год. И паркрану там просто нет графика. Вот. Видимо, они ну, активны очень. Самара, так что на паркрану нет времени у них. Ну, на самом деле мы идем по пути не имеющего сопротивления. Там, где нас приветствует администрация, туда мы идем в первую очередь. А такие сложные, скажем так, города мы оставляем напоследок. После того, когда за нами будет целая страна, мы всегда сможем сказать: ребята, ну чем вы хуже? В Питере бегают, в Москве бегают, в Казани бегают, в Рязани бегают, в Самаре почему не бегают? Вот. Ну, возвращаясь к вашему вопросу по поводу места проведения, в принципе, тут важно понимать то, что программа проводится круглый год. Соответственно, если это какой-то лесомассив, и там не сложно, зимой не убирают, соответственно, дорожки засыпают сильным снегом, они становятся непроходимые, то в таком случае нам это место не подходит. Поэтому. То это место Мещерский. Существующий парк ран. И лыжники хорошо. Да, там укатывают лыжи. Вот Тимирязевском тоже, в принципе, особо ничего не укладывают, насколько я знаю, но из-за того, что проходимость парка просто высокая, и там дорожку хорошо утаптывают, и там, в принципе, комфортно очень бегать. И летом, и зимой, и поэтому... На самом... не бегали ведь, да? Я бегаю, Максим там живет, бегает. Каждые 2-3 раза в неделю. Уже лучше по колену. Ну, смотрите, понимаете, несмотря где бегать. Не ждите, что паркран Тимирязевский будет по кругу сделан или по каким-то там тропинкам. Это будут центральные тропы, и могу сказать, что в один аппендикс мы будем забегать 4 раза по 500 метров. И это будет, конечно, с точки зрения бегуна не самая лучшая трасса, но, по крайней мере, она будет работать круглогодично. Вот. Так что, если есть такой маршрут есть в лесу, да, то... Трасса абсолютно разная. Есть в круг 5 километров, 2 круга по 2,5. Есть вообще, если на карту посмотреть, непонятно, как такое вообще, в принципе, возможно бегать. Про Мещерский в том числе могу сказать. Как происходит в населенных парках? Ну, в смысле, как Сокольники, где много людей? Как организовать так, чтобы люди не... Ну, в 9 утра, как правило, в Москве мало... аудитории в это время, но... Причин, почему 9 утра. И трассы подбираются так, чтобы там не по центральному улицу, хотя вот в Ставрополе у нас там, в принципе, такой единственный парк, и там единственная одна большая аллея, где можно проводить, вообще бегать, в принципе. Вот. Ну, в регион 9 утра уже, в принципе, активная фаза, там гуляния народа с колясками и прочим. В Рязани тоже 8 утра, там полный общественный транспорт забит уже. Вот. Ну, бегаем как-то, народ видит, что бегут. Волонтеры стоят, соответственно, если там в сторонку убрать людей, гуляющих там с колясками, предупреди, что сейчас побегут толпа людей, будьте осторожны. Вот. Ну и первый бегущий, как правило, кричит дорожку, разгоняет. Вот, если такое случается. В Москве с этим проще, в Москве нет. Бывало такое, что приходят там 1-2 человека, или что с тобой случилось? Бывало. Даша, наверное, тебя не было в тот момент. Было 3 волонтера и 1 бегун. Да, да, Новый год. Но в других парках была аудитория, просто парк Мещерский я его запускал, потому что сам недалеко живу. Интересный, хороший парк, но... Да, пока маленькая аудитория, там, так как нет рядом жилых домов, это парк, на который добираться нужно только на своем транспорте, общественный там ходит, но не знаю, я лично не ездил, но есть маршрутка проходит, видимо, не очень удобная. Местная аудитория бывает, но еще не все знают, хотя там парк существует уже долго, и сам парк только развивается. В скором будущем там откроется жилой квартал большой, огромный. Надеюсь, люди о нас узнают. Точнее, уже о нас узнают. Вот буквально недавно со мной связались управляющая компания домами, которая там распродала квартиру. Вот они там в Фейсбуке будут информацию вывешивать, именно предназначенную для жителей местных. И на информационных стендах во дворах повесить то, что в вашем парке вот рядом 500 метров проводятся по субботам бесплатные забеги. Вот. Одна парочка уже, муж и жена, бегает у нас, они как раз переезжают в тот дом, я знаю. Вот. И они, я думаю, расскажут о нас тоже. Вот, так что аудитория должна подняться. Ждем. Ну, немножко про планы глобального паркрана. Планируется открытие забегов в Италии и Франции. Италия где-то в Сицилии, насколько я знаю, Франция, не Париж, там где-то в пригороде. Вот. Планируется запуск приложения для iPhone, то есть это будет приложение, к которому можно будет найти ближайший паркран, какие-то социальные функции там будут, то есть подбадривать своих друзей, поздравлять их с персональными рекордами там, и так далее. В общем, делают приложение давно, вот, все ждем, не дождемся, когда они его запустят, но вот надеемся, что когда запустят, это будет что-то особенное. Вот. И, как Семен обещал, расскажем то, что в этом году у нас мы вступили, скажем так, в систему по распределению клубных футболок. Соответственно, люди, которые у нас пробежали паркран 50, 100 или 250 раз, они вступают в клуб, соответственно, 150 или 250, и им полагается футболка. Вот. На самом деле не смейтесь, я, как бы, всех футболок, наверное, масса с различных забегов там, и так далее, вот. Но те люди, которые пробегают 50 паркранов, они вам скажут, что эта футболка дорогого стоит. Вот. И люди с большой гордостью носят эти футболки. И я смотрел статистику, ребята с глобального паркрана делали исследования, как повышается активность людей, когда они приближаются к рубежу 50. Вот, то есть люди бегали там раз в месяц, там, пропускали паркраны, и как только за 40 пробежек заваливают, все начинают каждую неделю ходить на паркраны и стремятся получить, в принципе, вещь, которая... Ну... Футболка с логотипом «Клуб 50», и приезжают в другую страну, к нам сейчас много иностранцев приезжает, и... Сразу видно, что человек пробежал 50-100 паркранов. Да, по статистике это занимает в среднем 2 года 50 раз пробежать. То есть в году у нас там 53 недели в среднем. Вот, соответственно, ну, как каждую субботу посещать невозможно, хотя у нас есть уникальный человек, который... Уже два. Вот один в год вложился. За 52 забега в году у нас было. Он пробежал 50 раз, 2 раза пропустил. Вот, и... Как раз перед юбилейным 50 раз пробежал за год. Это один такой у нас человек есть. Он при этом еще у нас постоянный штатный фотограф в Коломенском парке. Вот он пробегает и начинает фотографировать всех остальных. Он среднячком бегает, не быстрее всех, но активно. Вот, и выкладывает сотни фотографий еще с финиширующими потом людьми. Вот. Также у нас есть клуб 10. Это для... ребят, молодых людей. Которые, для юниоров. Для юниоров, младше 14 лет. Соответственно, им поблажка сделана за 10 программ, им дается белая футболка клуба 10. Поправь, Татьяна. С 14 до 18 у нас, да. У нас немножко расходится градация понятия там юниорства, взрослые люди с англичанами. Вот, и, ну, мы, соответственно, под свой лад это делаем. У нас... До 18 лет юниор. С 14 допускается на забег. Мы детей, к сожалению, пока не можем принимать на забег. Точнее, они приходят, они бегают с родителями, но мы не ведем по ним статистику, так как юридически есть моменты, то что мы детские мероприятия не имеем права организовывать пока. В дальнейшем, возможно, и будем. Существует паркран джуниор. Но это пока на будущее. Ну и также, как Семен уже сказал, есть клуб 25. За волонтерство, за 25 волонтерств. тоже полагается теперь футболка. Футболки будут распространяться с конца июня этого года. Соответственно, человек, который пробежал 50 паркранов, получает на свою почту поздравительное письмо. Молодец, пробежал 50 паркранов для того, чтобы получить свою футболку законную. Пройдите по ссылке и, соответственно, оформить доставку. И с этого года Россия вступила в эту систему, и мы тоже будем получать данные замечательные беговые футболки клубные 50, 100, 250. Ждем, кто будет первым в клубе 250. А у тебя сколько пробежек? У меня 20. У меня тоже 20. На самом деле, ивент-директора, они первое время очень мало бегают. Вот, они в первое время очень много волонтерят, все больше. Я думаю, все ивент-директора у нас в клубе 25, но до клуба 50 им, конечно, далеко. Ну и в прошлом году стартовал магазин «Паркран» на Вигле. Наверное, знаете, большой сайт доставляет по всему миру спортивные товары. Теперь там есть магазинчик, в котором можно приобрести товары с логотипом «Паркран». Сразу скажу, что это мы не продаем вам это, да, но мы хочу сказать, что это магазин, вы покупаете какую-то вещь, ну, допустим, такую футболку или вот такую флиску, и та маржа, которая получается, она идет в страну, которая купила эту футболку. То есть те деньги, которые мы зарабатываем, соответственно, получаем и тратим на, опять же, на развитие паркрана. Вот. На открытие новых забегов. Да, на открытие новых забегов. И, к сожалению, как вы понимаете, без денег совершенно невозможно существовать в нашем реальном мире. Нам требуется оборудование, нам требуется разметка, нам требуется хостинг, нам требуется франшиза там, и так далее. В принципе, довольно-таки затратное мероприятие, и любая помощь, будь то покупка, либо какое-то пожертвование, это нам помогает. Но это, в любом случае, это все добровольное. Паркран – это в первую очередь, конечно, бесплатные и забеги, и мы никого не заставляем. Мы просто показали этого точно уже 12-го? Да. 11 числа? 11 апреля стартует Казань. Я участвовал во всех первых забегах, где только это возможно. Вот. Кроме Измайлова. В Москве ни разу в Измайлово на паркране не бегал. Целый год прошел, я ни разу не доехал. Вот. В Казань, не знаю, поедем, нет. Так стараемся пробежать все первые забеги официальные. Вот. Ездим. Какие сейчас переговоры с Ярославлем ведутся? Потому что я знаю, что вот мини-забеги там сейчас организуют. Соответственно, мы работали с Сольгой Рифульной, которая, в принципе, организатор «Я-забега» и «Я-забег-мини». Вот. Мы проработали маршрут и так далее. И, в принципе, на активной фазе. Но ребята приняли решение, что для них «Я-забег-мини» важнее, и они хотят развиваться, скажем так, своим путем. Вот, потому что сами понимаете, что так как это организация большая, мы подчиняемся Англии, нам подчиняются регионы, и, в принципе, там некоторая бюрократия здесь и так далее. То есть мы не можем, допустим, региональный забег, чтобы заключил какой-то локальный контракт с Nike, потому что у нас есть партнеры Adidas. Вот. И это, конечно, ограничивает развитие в регионах. Но, тем не менее, мы за любую движуху, кроме голодовки, если ребята, я Ольгу приглашал на нашу эстафету, которая пройдет 29-го, вот, она обещала подумать, и, насколько я знаю, там собирается вроде команда, не знаю, соберутся или нет, было бы очень здорово с ними пообщаться, познакомиться. Вот. И, возможно, еще раз вернуться к вопросу присоединения Ярославля к паркрану. Возможно, и просто какому-то либо партнерству, в принципе, между проектами, какой-то Лавраник. Раньше ходили стороной, друг от друга смотрели. Вот. Все-таки решили, что, ну, что на самом деле общие цели, да. Ну, наши ребята выпускники тоже. Да, вот у нас паркран Митина, Татьяна с мужем со своим, ученики, выпускники, да, занимались, вот, открывали в Казани, вроде бы как, я знаю, связан каким-то образом с филиалом в Казани, вот открывается, который Казань. Ну, в принципе, и от многих с Перми запросы слышали, то есть не конкурент, а общее общение какое-то, и поэтому мы решили, ну, начнем, попробуем как-то друг другу помогать, аудитории, наверное, в первую очередь. Потому что мы не тренировки, мы вроде как забеги, но и не совсем соревнования. И тоже объединяем, сплочаем бегунов. У нас, кстати, на паркране очень активно начали объединяться бегуны, знакомиться, общаться и организовывать беговые клубы. В парк Горького Тихоходы есть беговой клуб. В Старополе регион 26 беговой клуб организовался и уже проводит, скажем, паркрану года еще нет в Старополе, но они уже как клуб свой будут проводить первый клубный забег в апреле. 10 километров стартует. Раз в год теперь будет постоянно основой проводить. В прошлом году, может быть, слышали Тушинский подъем, марафон. Это ребята... Наши организовали совместно с вендиректорами, с Тушиным. Тушино идеальный парк с точки зрения организации. Изначально пришел запрос от молодой семьи на пары, которая захотела организовать паркан у себя в Тушино, в родном районе. Вот. И сколько? Прошло где-то полгода, да? А, нет, ну, они пришли как парковые забеги еще были. Да. Ну, соответственно, с момента открытия именно от бренда «Паркран» прошло полгода. Вот у них организаторов, команда уже была 6 человек. То есть семейные пары, 3 семейные пары, которые друг друга абсолютно всем заменяли. То есть одни уезжали в отпуск, оставляли «Паркран» спокойно, не переживали ни за что. Все умели делать. Отвечали за все абсолютно, за набор волонтеров, и за проведение, и за результаты. Мы туда не суем, не леземся. Совершенно автономно работает паркран, да. Еще у нас Тушино славится кулинарный забег, потому что девочки там соревнуются еще с разными приготовлениями. Печенье, блины, там пироги приносят каждую субботу, да. Свое общение происходит. Семен, а есть какой-то комьюнити именно организаторов паркранов? Ну, как-то между собой бодритесь, обмениваетесь опытом, ну, в России и вообще международно какой-то есть? Есть. В России мы часто видимся, постоянно общаемся, и нас сразу немножко отступлю. Сейчас у нас активное общение внутри организаторов, так как у нас в это воскресенье состоится эстафета 5 по 1000 метров в парке Митина, приурочена к дню рождения паркран, годовщине. Будет 100 команд. 500 участников. Соответственно, мероприятие с 11 часов начнется, и будет очень много забегов, будет музыка, будет весело, лавраник будет присутствовать. А не только в разминке, надеюсь, еще, может быть, какую-то команду свою выставить, там, действующих учеников в данный момент. Будут очень медленные команды, массовые забеги, будут очень быстрые команды. Не профессионалы, ну, наверное, в прошлом профессионалы, в данный момент любители, которые очень быстро бегут. Многих, наверное, вы знаете. Там 3 команды заявили меньше 15 минут. Уже больше команд из 15 минут. Одна команда, я знаю, там на 14 минут будет бежать. Но многих вы видели, они на самом деле выигрывают и московские забеги разные, и кто-то просто для себя тренируется, при этом бегает очень быстро и не светится пока нигде, но уже на паркане начинает светиться. И про комьюнити общения есть слет Country Manager, как-то как называется, вот, раз в год собирается в одном месте. В прошлом году, к сожалению, я не получилось поехать, визу мне не дали, поехал Максим. Соответственно, как раз была возможность посетить парк Души, как мы рассказывали. Вот, мы перебрали там воскресную пробежку с Country Manager'ом в парке Души. Вот. И, в принципе, был шанс познакомиться с ребятами, которые делают паркран в Австралии, в Ирландии, ну, соответственно, в Англии с руководителем именно паркрана английского. Вот. Северная Африка, с Польши, как раз наш ближайший сосед, вот, Яков был там. В принципе, все люди очень позитивные, все очень болеют паркраном. И на самом деле замечательная встреча была, обменялись опытом и вообще большой позитив после этой встречи. Вот. И в этом году мы собираемся ехать в Ирландию. Надеюсь, нам финансы позволят сделать. И там, соответственно, приедем и будем обсуждать уже развитие глобального программы и в том числе и развитие страны. Также у нас на открытие парка Горького, на паркран Горького приезжала команда из Англии, Пол с команды, сколько было, 4 человека их вот приезжало. И активно развивается паркран-туризм, такое направление появилось уже в обиходе, в слове. Кто ездит в командировки, в отпуска в разные страны, соответственно, бегает паркраны, И недавно, ну, сравнительно недавно приезжала пара, они как раз организовывают паркан в Сингапуре. В Сингапур, правда, как странным образом от Австралии действует. Вот, ну, тоже интересно было пообщаться, они в восторге были, было им очень холодно бежать у нас, хотя у нас, в принципе, еще не совсем зима была. Вот. Ну, на самом деле у нас в группу Facebook постоянно пишут люди, мы едем в Россию, мы хотим посетить Санкт-Петербург, там пишут за полгода вперед. В стране, конечно, полгода все забывают, потом они вдруг появляются, а вот я приезжаю на следующую неделю, что вы там посоветуете посетить и так далее. И, конечно, люди, которые приходят на паркран и попадают в знакомую обстановку, совершенно себя по-другому чувствуют и как бы чувствуют как бы прикосновение к этой культуре. И понимать, что несмотря на то, что люди говорят на разном языке, паркраны, они по всему миру одинаковые. В прошлом году был один очень уже взрослый мужчина. У него вообще была задача, цель для себя. Он путешествовал по странам, где есть паркран, и бегал в каждой стране по паркрану. У него была майка, на которой была надпись всех стран и паркранов, вот, где он будет. И он в каждую страну приезжал, пробегал и улетал дальше, в следующую страну. Воскресенье, да? Неделю. Ну, как-то в Россию он попал, по-моему, Алишер как раз он занимался его встречей, сопровождением. Он, по-моему, прилетел. Он всегда, его жена больная вроде, и он специально прилетает утром в субботу. А, вот так, да, даже вот так. В пятницу перед субботой бежит по экрану и улетает. И улетает обратно. Каждую субботу по стране. Если планируете отпуск где-то провести, выбирайте страну, там, где есть паркран. Это здорово. На самом деле интересно было бы пробежать, потому что в прошлом году у меня сорвалась поездка в ЮАР, должен был бежать соревнования свои по горам. Вот. И там как раз таки есть паркран, но не получилось поехать. Пока я только по России. Пробежал везде, где только есть паркран. Ну, надеюсь, до Измала я доеду когда-нибудь. Хотелось бы, но нет, у нас в субботу. Едем в Митино. Все в Митино, да, у нас организация, потому что мы будем готовиться к воскресенью. Мы уже готовимся к ней активно. Там много раз в неделю бываем в Митино. Обязательно приходите на эстафету, либо поучаствовать, либо просто поболеть за бегунов, подбодрить. Посмотреть, как это проводится. В принципе, интересные соревнования будут. Легкоатлетические. Будут хорошие, очень крутые призы от разных партнеров. У нас партнеры Adidas, Jabra. И все. Ну, из таких основных. Будут еще какие-то. А, да, кстати. Интересная спортивная литература будет раздаваться, продаваться. Будут продавать книжки по сниженным ценам, дешевле, чем в магазинах. Специально для нас. Есть вопросы? Нет вопросов.